этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от некоторых. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз. Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Путь к черному дыханию. Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться, да? Да, она сражалась красиво. Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. Мерещится, что ли? Мировой змей знает, что часть его тела лежит здесь. Ну что, расскажешь что-нибудь интересное? Какая история? Ну как же, мама всегда что-то рассказывала. Ты что, не любил в детстве сказки слушать? Когда-то я знал одного человека. Его истории были короткие и полезные. Звучит неплохо. Что-нибудь вспомнишь? Одна из них была про зайца и черепаху. Как та у ведьмы? Не пара. И что было? Они решили бежать на перегонки. Заяц был глуп и не сомневался в победе, а черепаха была стойкой и дисциплинированной. Черепаха победила. Ты, похоже, совсем не умеешь рассказывать.
Жаль, мамы здесь нет. Сокровища разных миров. А Фафнир бывал в Альфхейме? Я не знаю. Тебе что, не интересно? Мне интересно. Мы идем в это хранилище, чтобы взять что-нибудь полезное для дела, а не чтобы узнать побольше о гноме. Вы уже добрались до склада Фафнира? Здесь есть на что посмотреть. Разбойники. Ой, похоже, они успели первыми.
куда же мы теперь пойдем? Куда дальше?
Что это? Ого! Пойди сюда. Какой-то рисунок. Может, карта? О, может, это карта сокровищ? Разбойники пробрались внутрь. Надеюсь, не все унесли. Thank you.
дурацкие горшки и драугры. Никаких сокровищ и точильного камня. Не радуйся прежде времени, сын. Тогда не будет разочарований. Тебя застали врасплох. Просто не ожидал. Именно. Let's go!
Почти готов. Тут ничего, кроме отравы и дурацкая статуя птицы. Здесь много того, что пригодится в дороге, а это главное, сын. Хотя многие сундуки уже пустые. Видать, разбойники побывали. Не унесли бы точильный камень. Хорошее предчувствие. Тут мы найдем точильный камень. Я уже говорил, не радуйся прежде времени, сын. Да помню, я помню. Но у меня предчувствие. Oh!
раз я был готов. Вижу. То есть радоваться прежде времени нельзя. Надо готовиться к атаке, да? Это надо уметь. Всегда ожидать худшего. Не надеяться на хорошее. И всегда быть готовым к атаке. Главное не перепутать. Ah!
камня нет. И остался всего один зал. Знаю, надеяться нельзя, но... Может, мы его все-таки найдем? Нет. Пришел помочиться на мой труп, неблагодарный? А, кто вы такие? Мы ищем точильный камень. Ты не видел? А, был в этом зале один. Мой сын наточил на нем кинжал, которым потом пырнул меня в спину. Что? Этот ублюдок думал, что пора ему стать капитаном. Да, я его не баловал. Чему тут удивляться? В его возрасте я также поступил со своим отцом. Он убил своего отца? Где он теперь? Он хоть и ублюдок, но он мой ублюдок. И помогать вам я не стану. Значит, поможет кинжал. Эй! Он мой! Эй! Идем, сын. Нам пора. Беги за ними!
вы умеете драться. Этого у вас не отнимешь.